Йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Как вы помните, мы остановились на этой локейшн. А локация у нас... как называется? Па-па-па, внутренняя стена. Чего? Ледяная Элу Лойс. Так, это третий костер. Как я понимаю... Лук использую, да и все. Ау. Да, в спину ему ничего не сделаешь. Надеюсь, я не зря это делаю. На всякий случай лучше отойти. Управление, конечно, луком здесь. А, найс. А иди сюда, подойди, я к тебе не пойду. Я вон еще вижу одного там. Стоит, ножик у него торчит. Вы что думаете, я такой глупый? Больно. Съебешь, не ходи. Знаете, я уже стрел потратил. Да он надоел! Короче, буду тело ему стрелять. Так, ладно. Ты тут один втихаря стоишь? Воу-воу-воу! На всякий случай лучше выпить. Рисковать тоже не лучше. Так, здесь големы. Если это разогреть, тогда здесь будут големы. Это плохо. О. Плюс. Лучистый самоцвет. Так, подожди, надо сразу смотреть, нету здесь ли секретных проходов. И с той стороны я, по идее, нигде подняться не могу. Окей. Вот всегда, когда двери проходишь, либо еще какую-то херь,
Так, там что-то заледеневшее. За що мені це? Ладно. Ну он по идее выше, да, немного. Так, подождите, мне нужно понять, где он. Так что... Появится он... Появится он, то появился. Но я только с ним хочу драться здесь, я туда к нему не пойду. Мне кажется, он за теми дверями. Оп. Замечу, что я не так далеко от костра. О, ледяная рапира, что новенькое. Хрупкая, ну понятное дело. Ледяная рапира, рапира колдуна из Элла Луиса. В ней скрыта магия, которая врывается при сильной атаке. Чтобы защитить Слоу Лейс от надвигающегося хаоса, жители возвели громадную стену, и колдуны были в числе ее защитников. Эффект особая атака, сильная атака, ясно. Блин, что так стамина улетает, жесть. Что мне сейчас интересно, где этот все-таки челик? Так, есть проход еще сюда, но он снова же заморожен. Здесь у нас... Он надо мной? Здесь три гиганта, и здесь есть тропинка сюда. Но не нужно не забывать, что у нас здесь еще и фантом появился. Не мимика. О! Прикольно. Короче, юзаем человечность. И ждите, пока я туда добегу. Ха, если он думает, что я снова попадусь на эту херь, то он глубоко ошибается. Хер я попадусь второй раз. Твари ты. Сука. Ебаный человек-бочка. Ого!
А чё так много хп? Не, челик. А вот теперь я тебе в спину сделаю. Тварь. И заметьте, что он поменял позицию. А, то есть он мне мог и тогда в спину ударить. Нихера это продуманный враг. Серебряные талисманы. Манать ветерок. Да ладно. Это я вернулся аж сюда? Хо. Давайте я тогда отправлюсь сейчас в этот. Закуплю стрелами. Камешками. И пойдем. Два знака призыва есть. У него самое, наверное, выгодное либо на магию покупать, либо покупать на этот. Блин, жалко, что ни у кого нету на огонь чего-то здесь. Потому что я бы на самом деле купил бы себе этот. Заточку на огонь. Потому что ледяная локация. Все враги из-за льда, скорее всего. Ну и типа как-то так. Не знаю, посмотрим. Стоп. Ну, пойди, это же та же локация? Да, это та же локация. Ладно, ты союзник. Я уже не доверяю им. Так, и здесь, да, было? Поворачивай. А, следи. Поворачивай. Хм, нихера себе. Че, вы готовы? Я не думал, что здесь сразу босс будет. В этом мертвом городе нет ничего. Поворачивай. Не будет древний хаос, не будет его жуткого пламя. Я понимаю, что вы слишком энергичные, но я не могу найти, где... А, вот они.
Ой-ой-ой. Надо было схватить. Так ведь. Заметьте, что мы ему почти ни хера не вынесли. Я вернулся, алло, блядь. Что за дебилизм? Я почти убежал. Да еще херня, блять, вовремя начала хуярить по мне. Так, а есть у меня только один есть на огонь. Ладно. Мне бы что-то еще и на стамину такое взять. Давайте, наверное, силу я увеличу. И на огонь заточу оружие. Атакует.
Почему они вообще ахаются, когда я пью? А как мне его отглубить так? Так, что у меня еще тут есть? Надолго восстанавливаю здоровье. Кровотечение. Не знаю, не знаю. На тьму попытаться заточить. Либо на яд. Давайте быстрее. Ну, маг бесполезный. Попробуем с тьмой. Да-да, а чё меня именно? А чё меня? Угу. Ага. Сука. Как же он меня бесит. Давайте, чилики, блин. Найс. Охереть. Он не попал. Он не должен был попасть. Когда будет прыгать? Забейте. Фу, как это надоело. Thank you.
подойти не могу к нему. Да. Пофиг, да, что я в бок убежал? Давайте, осталось его допинать немного. Мне надо ему два удара делать. Потом я убегаю. Сучара. Это сложно, это пиздец как сложно. Это сложно. Ну что, с Богом.
обычно. А, манатину быстро лечит. Хилимся. Так, хилимся. Подбегаем. Удар, удар, удар. Шоку. Удар, удар, удар. Он хочет меня убить, я понимаю. Не-не-не, чел, спасибо, но нет. Не сегодня. Он будет гулять. Фу, неужели? Минус, минус. Нихера мне дали 59. Много. Блин, надо купить будет магическую, значит. Ну, я не уверен, что это я так пробивал ее, но магия нормально тушит, я не скажу. По этому, мы с вами сейчас бежим. Маджул, я телепортируюсь, быстренько все там делаем. Хотя я могу и без вас это сделать, я все равно закуплюсь этими, как оно называется, хернями жизни, стрелы и левел. Хотя сколько стоит новый уровень? А, нормально, мне на все хватает. И как раз еще на магические херни хватит. А, у меня максималка. Значит, я могу купить 7 штук чего-либо. Давайте, кровотечение есть, на магию возьмем побольше. Ну, я еще на магию возьму. Так, и давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.